Всем привет! Сегодня я хочу показать вот такой вот свой грандиозный альбом, не побоюсь этого слова. На него ушло невероятно много энергии, сил моих и времени. И давайте быстрее открывать. Он посвящен нашему прошлогоднему отдыху в Словакии. И я очень долго собиралась его сделать. Думала даже сделать его в прошлом году, но не хватило времени, и я принялась как раз в этом году осуществлять эту свою идею. Альбом очень вместительный. У меня поместилось 150 фотографий. Почти все фотографии можно вместить 10 на 15. Я специально их уменьшала, но там, где размещала маленькие, можно, конечно же, вместить и большие. Кое-где придется чуть-чуть их подрезать, если это будет фото 10 на 15. Но я не думаю, что это составит какое-то неудобство. Вот такой у меня получился замечательный альбомчик, который состоит из 5 разворотов. И, кстати, помимо того, что он такой вместительный, красочный, яркий и интересный, на каждом развороте присутствует свой поп-ап элемент. Как видите, я не могла обойтись без всяких билетиков, чеков. Я очень люблю меморабилию и всегда вкладываю вот в такие альбомы ее. А вот и первый поп-ап элемент. И мне он очень понравился, прям сама бумага просилась сделать что-то эдакое. Кстати, скажу, что этот мастер-класс уже доступен в моей скраб-школе, но до конца этого месяца его можно купить отдельно. Потом же я закрою продажи, и он будет доступен только в составе общего курса. И кто боится поп-ап, для вас есть хорошая новость. Во-первых, тут очень простые конструкции, а во-вторых, можно делать без поп-ап элементов. От этих элементов ничего не зависит, ни переплет, ни еще что-либо. Я в конце рассчитываю корешок, и вы можете сделать это вместе со мной, расстояние рассчитываю между своими страничками. И как раз, если вы не будете делать какие-то поп-ап элементы, то вы можете просто рассчитать вместе со мной расстояние и уже сделать альбом по своим цифрам, какие у вас получатся. То есть, если бы не было поп-ап элементов, он был бы немножечко потоньше. Так что можно по моему мастер-классу делать и без них. Но они, мне кажется, несут наоборот какое-то дополнительное очарование. Например, вот этот замок. Именно о нем идет повествование на этой страничке, и я решила как раз воспроизвести его на развороте. Получилось, мне кажется, очень интересно. И, кстати, не пугайтесь, делать его совсем несложно. Но вместо замка может быть все, что угодно. Какая-то гора, пальмы, кусты, цветы. Все, что в вашей душе захочется. Приглашу вас снова в свою скраб-школу, что я уже делала неоднократно. Напомню, что цена на второй курс с каждым записанным мастер-классом увеличивается, поэтому также советую тем, кто хочет присоединиться, поспешить до конца месяца. Подробно рассказывать о школе не буду. У меня и недавно в Instagram вышел целый цикл видео о моих курсах, о скраб-школе, обо всем. Я в прямом эфире это все рассказывала и сохранила в IGTV, так что кому интересно, можете посмотреть. И тут, конечно же, на YouTube у меня есть очень много прямо информации об этом, поэтому я просто оставлю ссылочку и на свой Instagram, и на видео тут о своей скраб-школе. Ну а мы давайте просто продолжим наслаждаться этим альбомом, создание которого, как я уже сказала, заняло у меня огромное количество времени, но я
очень осталась довольна результатом, потому что он превзошел просто все мои ожидания. И, кстати, мои ученицы в скраб-школе по данному мастер-классу делают просто невероятные альбомы. Чего там только нет. И альбомы с динозаврами, и детские замки. И честно могу сказать, что горжусь своими ученицами. Конечно же, тут не обошлось без моей любимой подсветки. Когда темно, видно еще, что горят не только звездочки на небе, но и все окошки в домиках. Просто, когда светло, это не так хорошо видно.
Но поверьте, вечером это просто волшебно смотрится. И еще один такой огромный плюс этого альбома – это мягкий корешок, который позволяет нам разворачивать странички на 180 градусов. И поверьте мне, это достаточно важно при таких объемах. Вот и все, что я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, вам понравился мой огромнейший альбом. И пока-пока, до скорых встреч!